Всем привет! Я в Казани. Это гостиница «Особняк» на Театральной, в центре города, 3 звезды. И я хочу провести небольшой обзор. Вот такая вот маленькая прихожая. Здесь вот столик, зеркало, вешалка, дверь. А здесь вот такое пространство. Значит, здесь отопление дополнительно. Так, здесь у нас туалет, душевая кабина, сразу включился вентилятор, по 2 полотенца лежат, душевая кабина, все нормально, чисто, для 3 звезд вполне прилично. Двери закрываются, значит, лежит 2 набора шампуня и 2 геля для душа, но мне этого достаточно. Я взяла с собой шампунь и гель для душа, но я еще голову я буду мыть 1 раз за время отпуска, поэтому мне вот этого будет достаточно. Ну и 2 кусочка мыла я с собой тоже взяла, мыло. Вот туалет, значит, все, ну все нормально. Фен есть даже, ведерко для мусора. Ну, для 3 звезд вполне себе прекрасно. Я непритязательная в этом плане. Значит, здесь двухместный номер, но я здесь буду жить одна. Значит, вот такой вот шкаф. Можно сказать, даже огромный шкаф. Просто огромный. Значит, ну, я выберу одну из кроватей. Значит, вот здесь вот такой вот столик. Есть чайник. Чайник, 2 кружки, 2 стакана. Зеркало. Это я в зеркале. Значит, стул. Чистый, приличный, новый практически, можно сказать, недраный. Вот мини-бар, видимо, холодильник. Можно будет включить, наверное, его. Поставить что-нибудь, напитки. Значит, 2 кроватки вот таких вот односпальных. 2 тумбочки, 2 лампочки. Вот такая вот шикарная картина. Вот такая вот изящная люстра. И подвесной потолок. Значит, здесь тоже вот такой вот стул, телевизор и вид из окна. Сейчас покажу. Это театр. Это театр. Вот вид на центральную улицу, на театр. Ну, у меня беруши, поэтому меня не беспокоит. Не буду беспокоить шум. Я сплю в берушах и дома, и в отпуске. Вот такой вот номер. Мне нравится. Все прекрасно. 3 звезды. Завтра у меня утром будет завтрак с 7 утра. 9 часов у меня будет обзорная экскурсия по городу. Вот. В общем, мне нравится все. Так что оставайтесь на связи. Всем пока.